Марина Ивченко – мама троих детей и одновременно предприниматель. Несколько лет назад она открыла детскую игровую комнату, но из-за пандемии ее пришлось закрыть. Марина стала безработной, но благодаря социальному контракту она снова смогла обрести свое дело. Я стояла на бирже труда, уже подходил к концу моей учета на бирже труда. Мне позвонили соцзащиты, ну и предложили какое-то дело семейное, что вот можно получить соцконтракт. Ну я, конечно, спасибо, долго не думала, вспомнила про свою игровую, и вот все новое закупили, оформили все быстро, документы собрали. Социальный контракт дает шанс людям с низкими доходами улучшить уровень жизни. Так, за последние годы этим видом поддержки в регионе воспользовалось больше 4500 жителей. Марина, в частности, смогла арендовать помещение на 2 месяца, закупить батут, сухой бассейн, напольное покрытие и игрушки. Что больше всего нравится? Прыгать на батуте, там в шарики лететь. Хочется быть аману, то есть попрыгать аману на батуте. Не дает. Поэтому приходится вместе прыгать. Кроме открытия собственного дела, которое, кстати, весьма популярно среди направлений соцконтракта, финансовую поддержку оказывают при поиске наемной работы, ведении и развитии личного подсобного хозяйства. Для каждого направления есть свой потолок. Вот то, что касается индивидуальной предпринимательской деятельности, 350 тысяч. То, что касается разведения или ведения личного подсобного хозяйства, это 200 тысяч на сегодняшний день. То, что касается поиска работы, выплата идет ежемесячная по 13 373 рубля. Марина получила максимально возможную сумму поддержки. Для этого она предоставила и защитила подробный бизнес-план. По словам женщины, получить поддержку не так уж и сложно. Главное – иметь желание, остальное подскажут в соцзащите. Добавим, благодаря соцконтракту поменять статус безработного на предприниматель смогли порядка 1400 человек в крае. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.